Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите «Самарские новости спорта». Открытое первенство по греко-римской борьбе в Самарской 11-й школе Олимпийского резерва проходило в 17-й раз. За медали боролись 120 юношей до 14 лет. На турнир приехало 7 команд. На этот раз в сборной Самарской области конкуренцию составили борцы из Челябинска, Пензы, Ульяновска, Оренбурга, Саратова. За 63-й регион сражались Новокубышев, Тольятти, Сызрань и Самара. Перспективы хорошие, но я думаю, что финалы у нас, я думаю, в каждом весе финалах будут самарские ребята бороться. Команда по греко-римской борьбе из райцентра Новосилия в Оренбургской области на самарский турнир приехала уже в 10-й раз. За медали в разных весовых категориях боролись 9 спортсменов. У половины из них это премьерные выступления. Уровень подготовки спортсменов хороший, где есть чему поучиться нашим детям. Ну и мы, наши дети приезжают талантливые, то есть есть здоровая, хорошая конкуренция. Турнир в спортшколе посвящен тренеру, мастеру спорта СССР Сергею Урванову, его ученику, чемпиону вооруженных сил страны, мастеру спорта России Сергею Бабушкину. Урванов, вспоминают его преемники, был не только профессиональным наставником, но и душевным человеком в жизни. Он у них был вторым отцом, потому что все выезды и на соревнования он был очень, всегда с ними. Когда во время соревнований он их обеспечивал и питанием, он их обеспечивал своей моральной поддержкой, готовил к схваткам. Точно так же в летний период выезжал с ними куда? В спортивные лагеря. Дети в нем не чаяли души. И как человек в нашем городе и в нашей сфере борцовской, он был авторитетом. На мемориале Урванова-Бабушкина сборная Самарской области по греко-римской борьбе в медальном зачете заняла первое место. На втором Оренбург, на третьем Уфа. Это все новости к этому часу. Больших побед вам. Удачи!